Ученые-историки, как и вся общественность республики, включились в реализацию 100 шагов плана нации «Современное государство для всех». Мы, ученые Института истории государства, также во всех наших публикациях, в научных исследованиях отражаем и освещаем те ключевые задачи и поручения, которые были поставлены главой государства в плане нации. И среди них приоритетное значение для нас, историков, как представители социально-гуманитарного знания, имеют такие реформы, институциональные реформы из 5 основных, как приоритет по созданию современного государства, транспарентного государства и подотчетного населению. Кроме того, среди 5 институциональных реформ важное значение придается также и 4-й реформе. Это создание нации единого будущего, формирование казахстанской идентичности и разработки инструментов и механизмов по формированию единой нации и по консолидации казахстанского общества. Из 100 шагов важное значение, конечно, имеют конкретные поручения и задания главы государства, которые касаются блока вопросов, связанных как раз с формированием единства нации, казахстанской идентичности. Эта проблема у нас активно исследуется не только историками, но и представителями общественных наук, философами, политологами, социологами. И историки также, а мы, историки, сотрудники Института истории государства, изучающие современный период, период со времени становления независимости нашего государства, основываемся в своих исследованиях на междисциплинарные связи, и мы тесно сотрудничаем и используем инструментарий современных наук, таких как политология, социология, философия. И если отметить конкретные формы работы, которые начаты в этот период со времени обсуждения плана наций, то можно отметить, что сотрудники нашего Института истории государства и, в первую очередь, руководитель нашего института, директор института, профессор Буркутбай Аяган, является членом рабочей группы, вернее, двух рабочих групп. Это по формированию подотчетного, транспарентного государства и по единству наций, по формированию казахстанской идентичности. И в нашем институте разработан план мероприятий по освещению в наших научных публикациях, в наших научных фундаментальных и прикладных проектах этих тем. И они, надо сказать, активно разрабатываются нашими учеными. В институте на 2015-2017 год определен план фундаментальных исследований, и среди них приоритетными являются также исследования по изучению истории становления и развития экономики независимого Казахстана. В частности, у нас выполняется проект по истории создания свободных экономических зон в Казахстане. И в рамках этого проекта также будут освещаться вопросы инновационного развития, реализации 5-леток индустриализации. А если говорить о чисто гуманитарной сфере, то в нашем институте выполняются 2-3 фундаментальных исследования по изучению формирования казахстанского полиэтнического общества, то есть по истории толерантности, истории формирования казахстанской идентичности, начиная с первых лет строительства независимого государства. Вот в ближайшие дни, в начале июня, в нашем институте состоится круглый стол совместно с членами Ассамблеи народа Казахстана. Мы приглашаем руководителей этнокультурных объединений для того, чтобы обсудить тему строительства нации единого будущего. Это актуальная исследовательская проблема, проблема нации строительства,
проблема формирования консолидированного общества. И в рамках этого мероприятия будет проведен обмен мнениями по вопросам, как нам в дальнейшем, какие шаги предпринять, как государственным, так и общественным институтам, для того, чтобы обеспечивать реализацию поручений плана нации. 100 конкретных шагов, как раз вот среди них и формирование единой нации будущего.